в Турции появится представительство Башкортостана. Подготовительные работы уже завершены. Открытие планируется в августе после снятия карантинных мер. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона. Как подчеркнул Ради Хабиров, интерес турецких бизнесменов к Башкортостану большой, однако из-за пандемии коронавируса несколько крупных проектов пришлось отложить. Также участники совещания подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». 32 компании республики получили субсидии на транспортировку своих товаров за рубеж. С экспортерами подписано 41 соглашение на общую сумму 80 миллионов рублей. Границы все закрыты. Как раз у Госкомитета есть возможность там больше времени аналитики, наверное, посвятить для того, чтобы как только границы открываются, мы вернулись к реализации наших таких больших и амбициозных планов. Так, о чем я говорю? Ну, первое, надо проанализировать работу представительства нашей республики в Австрии. Что там происходит и какие там процессы и какие результаты. Еще 20 миллионов в бюджете республики заложены на возмещение части затрат на сертификацию продукции. Этой мерой пока воспользовались 8 предприятий региона. Но и, как стало известно, на поддержку экспортеров правительство Башкортостана дополнительно выделит 85 миллионов рублей.